Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня у нас 5 декабря 2018 года. И сегодня я хочу подвести результаты, итоги недельного опроса по вот такому вопросу. Опрос по вопросу. Доверяете ли вы в Рио мэра Полтавы Александру Шамоте? Ну, вопрос, в принципе, на сегодняшний день для полтавчан насущный и требующий, конечно, рассмотрения. Результаты получились вот такие. Доверяют Александру Шамоте 20% полтавчан, которые решили принять участие в опросе. 80% сказали нет, не доверяем. Но в эти 20% очень интересные люди входят, 20%, которые доверяют. В частности, есть человек, доверяющий Александру Шамоте, который закончил школу номер 6 в 2001 году в городе Москва и живет на сегодняшний момент в Киеве, но тем не менее он доверяет Александру Шамоте. Есть люди, которые вообще с пустыми страничками, то есть ничего нету, довольно часто это фейковые страницы, они созданы с определенными целями. Но еще круче есть. Значит, Ахмед Ухмайс доверяет Александру Шамоте. Живет Ахмед в Иордании, в город Амман. Ахмед, спасибо тебе, что ты поддерживаешь нашего мэра. Каким боком ты, конечно, мы не понимаем. И откуда знаешь о его деятельности, тоже мне непонятно. В частности, вот еще один есть такой с чистым листом, чтобы вы понимали, что я не вру. На английском две буквы «Г» в начале. Гафик Габаев. Гафик, спасибо, что ты проголосовал за Александра Шамоту. Поддерживаешь его. Но если откровенным быть, когда я проанализировал и посчитал вот этих людей с непонятными страничками, то процент не 20 получается, а намного меньше. Но озвучивать я не хочу эту цифру. Давайте будем считать, что 20% полтавчан доверяют Александру Сергеевичу Шамоте как временно исполняющему обязанности мэра. А как вы считаете, этого много или этого мало? Этого достаточно для того, чтобы человек принимал какие-то решения за 285 тысяч жителей города Полтавы. Всем хорошего настроения. Пока-пока.